Мы жители микрорайона Наука. Наша численность населения составляет 2500 людей и 641 ребенок. И численность населения растет с каждым годом. Микрорайон существует с 93 года. И все время нам обещают провести и завести коммуникации, кормят нас обещаниями. Но, увы, у нас нет ни газа, ни водоснабжения, ни дорог. Весь микрорайон отапливается углем, имея прокладку газовой магистрали около микрорайона. В нашем микрорайоне не проживают ни чиновники, ни депутаты. Почему тогда вся инфраструктура и коммуникации идут там, туда, где проживают чиновники? В нашем микрорайоне было запроектировано школы и детские сады. Но не имея возможности, так как нет у нас коммуникации, мы не можем построить ни школу, ни детские сады. Наш губернатор города Томска Жвачкин Сергей Анатольевич не выполняет свои обещания для жителей микрорайона Наука по выделению средств для строительства газопровода. Уважаемый Владимир Владимирович, этот год вы объявили годом экологии, а соответственно региональные власти должны улучшать экологическую ситуацию в городе Томске, а конкретно и в микрорайоне Наука. Про наш микрорайон не скажешь, что у нас здесь хорошая экологическая обстановка, так как весь микрорайон, 700 домов, отапливаются углем. И весь дым, который происходит от угля, оседает в нашем микрорайоне и покрывает ближайшие микрорайоны, новые жилые микрорайоны. По онкологическим заболеваниям наш регион на сегодняшний момент занимает первое место. Уважаемый Владимир Владимирович, у нас к вам два вопроса. Почему власти нашего региона не выполняют ваши указания по улучшению экологической ситуации города Томска и микрорайона Наука в том числе? Второе, почему мы к вам обращаемся с этим вопросом, так как мы обращались к местным властям, к нашим структурам и вертикали властей, но нам никто не ответил на наши вопросы, поэтому обращаемся к вам. Почему губернатор Томской области самоустраняется от решения вопроса по газификации микрорайона Наука? У нас 9 месяцев зимы, и для нас это самое важное в микрорайоне Наука. Хотелось бы добавить, что проект газификации микрорайона уже готов, пройдена экспертиза в 2014 году, и что мэрия закладывает уже третий год свои 25%. Там программа софинансирования, 25% платит муниципалитет, и 75% должна заплатить область. 25% третий год закладывается, 75% область Жвачкин рубит третий год подряд. Вот и все. Наверное, губернатор просто забыл, что у нас здесь 9 месяцев зима. И электричество дает всего 15 киловатт. Многие просто физически не могут им отопить свою площадь, потому что строились под обещание газ в 2012 году. Ждем уже, получается, пятый год. Ну как у меня рекламная брошюрка Жвачкина по итогам его работы. И итог по газу, и то, что планируется. В этой брошюрке города Томска нет. Есть Шигарский район, Бакчар, Подгорное, Кожевниково, Асино. Но Томска в его планах тут нет.